друзья, сегодня в Советске двойной праздник. День города и день танкиста вооруженных сил Российской Федерации. Я приветствую и поздравляю всех жителей и гостей нашего замечательного города с этим событием. Добрый день, дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем города Советска и Днем танковых войск вооруженных сил Российской Федерации. На сцене концертная группа «Экипаж» ансамбля «Песни и пляски» дважды краснознаменного Балтийского флота. Художественный руководитель и директор ансамбля, заслуженный артист России Борис Гастьев. Композитор Казановский. Вооруженные силы России. Солист Владимир Художников. Ваши аплодисменты!
Елена Скиданова. Праздником. И самое главное, что верьте, что мы вас ждем дома. И этот музыкальный подарок. Я скучаю.
Композиция на музыкальную тему «Машина времени». Вокальное трио «Экипаж».